Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Заварна Кофе, Фофликс, Никитос, Венера, Дэн, ЛТВ, пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам братья. Всем привет. Всем тасам, ЛТВ. Всем понравилась рубрика, когда мы выживаем на гигантских постройках, а Бунга ее разрушает. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, я подготовил очень классную постройку, и эта постройка... ОЛТВ, он себе с той серии купил новый дом, смотрите. А ну да. Как вам халупа? Пойдёт? Да что это? Это я, короче, это я отель свой построил. Ну что, пацаны, давайте, для начала у нас будет один Абунгокс, вы готовы? Да. Поехали. Ой. Опа, Паш, ОЛТВ, придется тебе новое покупать здание, потому что ему сейчас жопа будет. Это не мой дом, это отель. А, это отель? Там отель. Ну, нормально у тебя отель. Смотрите, у тебя тут спутниковая тарелка какое-то говно ловит. Надо тебе ее испортить, собачья это. Вы че, офигели? Ой, что-то там дрожит. Ого, смотрите, какие кубы уже валяются. Нифига себе, это откуда? А что это у тебя из говна и палок дом построен? Тебе не кажется? Ой, смотри, сейчас стена отвалится. Ой, там унитазы разлетаются. Кто-то упал вниз. Ого, куб. Смотрите, какой внизу здоровенный кубище. У тебя нормально вообще стоит? Так, подожди, а здесь что у нас? Ё-моё! Я тоже упал. Ну ладно, не будем. Мы же говорили, что не будем считать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш инстаграм, дискорд. Поорём, пообщаемся. Ссылочки где? В описании. Шаверно, верно. Что-то слабо, что-то слабо. Давайте еще одного дурачка поставим. Дим, понимаешь, бюджет не хватило. Я понял. Ой-ой-ой. Пошло дело. Он внутри прям, пацаны. Он там ковыряет. Кто-то и ломает. Носу ковыряет. Наверное, он носу ковыряет. А, там чувак внизу бегает, он за ним агрится. Хорошо, давайте еще одного поставим. Да ну куда? А, вот так, значит. Хорошо, пацаны, я разозлился. Пошло дело. Ребята, как вам эта карта? Это новая карта, весит всего 9 мегабайт. И она мега оптимизирована. Я вот прям смотрю, FPS прям на один больше, чем обычно. Они толпой бегают за тем челиком. Ну давайте сюда, ну челепиздрики. Ого, смотрите, сколько людей к нам идет. Ой, тебе бунг. Это жесть, бегите, глупцы. А что, нам еще кто-то есть живой? Да, видно. Ух ты. Так, наблюдаем. Кто еще у нас тут? Венера и Дэн. Ну что, пацаны, прощайте. Надо было с вами сесть, что не сесть? Ну да, на туре, да. Хорошая тема. Ну все, прыжок пошел, смотрите. Ну. Нет. Есть, вот. Ой-ой-ой, да, красиво. Я хрупкая постройка у нас, залетайте. Ой-ой-ой. Ой. Ой, надо валить, скорее сюда, быстрее. Мы... Уху, вовремя я туда убежал. Аж задрожало все здание. А где он? А вот снизу бегает. Дурачелло! Опа, убили одного. Вы сейчас умрете. Мы сейчас все. Ух ты, привет! Чуть не поцеловался. Ой, вы держитесь. Давай к ним, давай. Ну. Ух ты, расковырялся внизу. Ой. Пацаны, зря вы там стоите, зря бегите оттуда! Бегите с башни! Дурачок, что ли? Дима, мы тут с тобой двоем как бы сидим, мы сейчас можем. Ну не, мы выживем. Ты понимаешь? Мы самые лучшие игроки. Вот, он пошел в другую часть. Вот, давай, мочи тех пацанов. Не надо. Разгон берет, смотрите. Это не зря он это делает. Ну! Ну! Еще это. Вот это он всю крышу там. Ой! Ну фуфлексон! Ух ты! Чуть не поцеловал летучку! Ой, пацан, он над нами! Ой, под нами! Ой! На чем вы держитесь? А, булочками, у нас булки накачанные. Булочка с сосиской. Булочка с сосиской. Хот-дог большой. Хот-дог большой. Давайте еще одного поставим, чтобы было веселее. Короче, я сейчас со стороны рискну здоровьем, я туда вниз прыгну. Давай. Тихо, сожоп, ну на тебе за это. Твой риск был неоправданный. Еще одного? Я уже это... Пацаны, прощай. Ух! ОЛТВ красиво сальтует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему тебя называют думающим, если ты зима? Блин, это было мощно. Это мощно, очень. Так, проверяем, кто у нас еще живой? Заварна Кифе и... Свинера. А, еще Дэн тут сидит. Эй, Дэн, ты что в Counter-Strike играешь?
Не, ролики смотрю. А, ты ролики смотришь? Хочу тебя немножко подправить. Во-первых, ты улетел вниз, а во-вторых, у тебя был компьютер выключенный. Странно это как-то у тебя все происходит. Так, а кто остался один? Последний остался в живых? Да. Венера, ты победитель. Вот дом и тучки. Давай. Это бункер. У тебя, кстати, а что это пулемет у тебя на крыше или что это? Да, это мое. Он, кстати, даже шевелится. О, у тебя так прикольно внутри, смотри. Да? У тебя здесь так эпично все. Халабуда пойдет у тебя. Ого, у тебя здесь оружки сколько, смотри. Проверим, как быстро Абунга разрушит твое здание. Пацаны, зря вы там внизу все стоите. О, кубы полетели. Ой, дэээээн. Разгребай. Ого, что это за предметы с воздуха летят? Что это было сейчас? Ого. Кофе на пушке стоит. О, футбол играет кубами. Да дурак, что ли? Ну что ты делаешь? Блин, я испугался. Куда тебе? Нифига себе, он растерзал там. Пацаны, бегите, бегите, глупцы. Как язык тряпку. Он так легко подкидывает эти предметы все, как будто они ничего не весят. Эй, по мне плитами вонючими кидаешься. Так, Фукликс, Никитос, кто у нас еще там остался? Еще живой тут Фукликс. Да, я вижу, вот у нас еще и Тучка, Венера, ОлТВ. Давай, Тучка, я болею за тебя, чтоб ты выиграл. Он как Марио, пацаны, головой все крышит. Опа, опа, опа. Лучше в углу где-то встань, Тучка. Да. Это было эпично. Он хотел меня убить. Дурачело, что ли? Какой он негативный пацан. Ну все, пацаны, он идет к вам. Смотрите. Умирайте. Ой, Дэн. Дэнчи. Отец. Ух ты. Так, Венера, ты остался живой последний раз. Ой, последний опять выиграл. Я надеюсь, мои слова сбудутся. Это точно было последний раз. Так, сейчас мы ставим хату Дэна. Реально? Да. О, это. Ой, прикольно у тебя халупея. Бункер знакомый, мы такой ставили, кстати. Но этой постройки у нас еще ни разу не было, это новенькая. Свеженькая. Дэн, иди посмотри, теперь тут компьютер у тебя включен, и можешь точно в Ютубе смотреть. Иди. Давай там. Все. А, кстати, он там что, у него графики? А-а-а. У тебя биткоины там манятся или что? У него майнинг сет. Секрет фирмы. Криптовалютчик, пацаны. Ставки, ТСЭ. Поехали. Сгорело все. Я буду внутри быть. Я хочу... Ой, внутри я хочу посмотреть, как это... Наведая смерть, блин. Хотя посмотри, как все разрушается изнутри. Ну а Бунга, это здание просто разломал за 5 секунд. Пацаны, бегите. Бегите. По кругу. А он по кругу бегает. А, вон, за челиком гоняется. Надо ему помочь. На тебе за это. Пацаны, прощайте. Бу! ОлТВ же. ОлТВ, молодекс. Давай какие-то лаки, ну блин. Так, давайте возле... Ух ты! Смотрите. Нифига себе. Пойдет? Что за меч? Ты что, гонишь? Это же с Half-Life 2 здание. Да, это Half-Life 2, фу, не шай. Ого, это высоко. Но я знаю, что Абунга допрыгивает до такой высоты. А что так скользко? Потому что там кто-то на Харьков. Это мой на Харьков. Ох! Ой. А чё я улетело? Скользим. Ребята. Оно падает, что ли? Здание падает, пацаны! Да? Да ладно, ну реально падает. Смотрите, как красиво. Слик бэт. Медленно. И уверенно летит вниз, пацаны. Сейчас будет ваша крыша ровно стоять. Не-не-не, не надо ее фризить, вы должны падать. Ну, а-а-а. Слик бэк. Ну, проверим, они смогут ее подкинуть? Не трогайте. Ой-ой-ой, да не трогай. Блин, ребята, это угар. О, как вам такая хатынка? О, что это за лифт? А что это такое? А им управляй, походу, можно. А, это материал так сделаны. О, так это лифт, что ли? Да. Сейчас я попробую. О, это кинотеатр, смотрите, пацаны. Ребята, киношку смотреть сейчас будем. Странный кинотеатр, вам не кажется? Да нормально. Ну все, сидим. Вот, смотрите, я сижу. Мы сидим. Танцуем, короче. Не завтра. Так, все, ставлю Абунгу. Пора это кинотеатра штука убрать. С лица земли. С лица земли. Навсегда. Ой, я слышу, как уже там что-то внизу разлетелось. Позиция страшная. Суд идет. А ну-ка. Ого, смотрите, что уже тут произошло.
Ой, ой-ой-ой. Он сейчас псих прыгнет. Он под нами, пацаны, прыгает. Готовьтесь. А, вот он. Эй. Он как Марио. Так, страшно. 4 штуки случайно поставил. Ой-ой-ой, случайно вообще, да? На палец соскочил. Ой, ой-ой-ой, пацаны, что-то... Что полы дрыгаются, пацаны? Надо сесть. Ой, я, пацаны, сяду. Вы там, короче, как хотите, а я посижу. Я успел сесть. Кстати, эти штуки зафрижены, если даже здание упадет, эти кресла будут в воздухе висеть. Тогда мы все выиграем. Ой, ой, оно его расфризило, надо за другую штуку сесть. Быстрей. О, отлично, здесь посидим. Классно, да, Кин? Я как и сказал, мы в воздухе висим. Ай, блин, классяк. А что за кубики? Да я не знаю, это здание кончепотовское. Это Майнкрафт. Прощай! Вот это он лихо нас подбил. Это была крепкая победа о Бунге. Эй, дурая Лела. Че, все умерли или еще кто-то живой остался? Дэн, ты опять смотришь в ноутбуке YouTube? Кстати, хочу сказать, ты в камень смотришь. У тебя очень развита фантазия, мне нравится. Блин, ребята, угарно, жестко. А, вы друг другу на руках сидели, что ли? Ничего не ехал. Пацаны, смотрите, сейчас он прыгнет до вас. Ну вы что делаете? Это же что за хаос? Дима, давай к нам садись. А вы сейчас все умрете. Не, я буду контролировать. Да я сейчас умру вместе с вами, вы что, гоните? Надо вот так прям над вами стоять. Не надо. Вот так вот. Во! Они во. Какие-то тупые, они нам что не сделают. А, тупые, да, говоришь на них? Да, тупые. Нет, сейчас кто-то попадет. Ну-ка. Вы что, живые все? Ох, они вас растерзали. Это здание Фуфликса. Сдавливаем. Ничего себе у тебя хата, арена целая. Часа как будто храм. Даже тут трон есть, тут трон есть. Ничего себе. Это хата царя, да? Тут трон. Ты готов посмотреть, как твой трон разлетится в говно? Ты бы его видел, Дима. Ой, а пацаны наступают, а бунги наступают. Они разрушают. Ого, плиты летят. Осторожно. Что? Ё-моё. Ой-ё-ё. Я успел? Я успел, я красавчик. Так, быстрее сюда, пацаны, я к вам иду. Еще часть карты... Нет, я вниз! Я живой. Я буду с вами. Ого, что оно все... Почему оно все летает в воздухе? Это что за антигравитационное здание у тебя? Блин, а это красиво было, пока я не умер. Смотрите, по всей карте разлетелось. Ну это эпично. Я еще такого не видел. Но это не все. Сейчас еще дальше будет разлетаться. Так, давайте, бунги, фас! Фас, он что, слышал? А ты такого узнал? Укусить их всех! Так, еще 3 человека, и ту... А, ну до этого момента вы хорошо выживали. Что, все умерли? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и всем пока! Ребята, эпический большой взрыв через всю карту. Давай, всем пока! Ой-ой-ой! Сейчас спать.